Семинар проводится в рамках региональной программы «Дети Кубани». И основная тема – помощь юным аутистам. В этом максимально заинтересованы семьи, где воспитываются такие дети. Края около 20 тысяч детей с инвалидностью, а вот именно с аутизмом порядка 1200. И эта цифра, к сожалению, из года в год растет. Поэтому нужно масштабнее мероприятия организовывать по оказанию им помощи. Сейчас аутизм выделен в особый блок для разработки специальных методов реабилитации. Они необходимы школам, поликлиникам и больницам, учреждениям социальной защиты населения. Родители не остаются наедине со своими проблемами, создают активные сообщества, общаются через соцсети и узнают о новых методах реабилитации. С ними готовы делиться передовым опытом специалисты в этой области. Более того, эксперты сами заинтересованы послушать родителей, которые эффективно используют нестандартные методики. Сочинский опыт, безусловно, интересен. Во-первых, тут есть несколько замечательных реабилитационных центров, которые наряду с традиционными методами медицинской реабилитации используют и нетрадиционные. Ну и, конечно, сам город расположен в таком благодатном месте, то есть климатотерапия, дельфинотерапия, очень многие ипотерапия, очень многие альтернативные методы медицинской реабилитации тоже доступны. Семинар с участием врачей, педагогов, психологов и родителей детей-аутистов продлится в Сочи 2 дня. В рамках обмена опытом относительно современной инклюзии, социализации, возможно, появятся новые мнения. Так, несколько лет назад невозможным казалось обучение детей с аутистическими расстройствами в обычной школе. Сегодня это распространенная практика. В Сочи для помощи в обучении таким ребятам трудится 27 специально обученных наставников-тьютеров. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.